Программа «День с толком», в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. 69 районов края просят повысить плату за детский сад. Почему забота о детях подорожала и когда родителям представят новый чек? Двухкилометровый квест для бамперов и двигателей. Водители Новоалтайска разбивают свои авто в ямах. Можно ли решить дорожный вопрос? В условиях санкций пора обратить внимание и на отечественных создателей мультфильмов, более того, алтайских авторов. Кто они и что выпускают? В Алтайском крае стартовала посевная кампания. Полевые работы начались в южных районах – Угловском, Ключевском, Кулундинском и Михайловском. Последним, помимо барнования почвы, начали и сев многолетних трав, которые идут на корм животным. Поскольку погода на этой неделе обещает быть по-настоящему летней, ожидается, что в ближайшие дни к посевной приступят хозяйства и других территорий края. Отметим, в 22-м подсев сельхозкультур отвели на 32 гектара земли больше, чем в прошлом. И общий объем пашни таким образом составит 5 миллионов 255 тысяч гектаров. Больше земли, чем в прошлые годы, отдали под посадку зерновых, гречихи, картофеля и овощей, в том числе сахарной свеклы. Добавим, в ходе подготовки к посевной местные аграрии из-за санкций столкнулись с рядом сложностей. Невозможностью закупить импортные семена, зарубежную сельхозтехнику и запчасти на нее, а также нехватка минеральных удобрений и средств химзащиты. В то же время сельхозпроизводителям обещали оказать особую господдержку, в том числе льготные кредиты. Почти 70 муниципалитетов региона попросили повысить плату за детский сад. В первую очередь это связано с ростом цен на продукты. Многие родители уже болезненно отреагировали на эту новость, ведь зарплаты вслед за инфляцией растут не у всех. Однако специалисты сферы образования считают, что если плату не повысить, то уже во втором полугодии с питанием в детсадах возникнут проблемы. Этот вопрос давно витал в воздухе. Возможное повышение платы за детский сад многие родители воспринимают болезненно, но эксперты в сфере образования говорят, сейчас другого выхода нет. Рост цен на продукты, особенно за последний месяц, больше не позволяет обеспечивать детей сбалансированным питанием в полной мере. Если говорить о том, каким образом складывается ценовая политика на конец прошлого года в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа, на сегодняшний день максимального уровня 2000 нет ни в одном субъекте Сибирского федерального округа. Еще осенью прошлого года из муниципалитетов посыпались предложения в Миноборнауки края о повышении стоимости платы за детский сад. Это поможет увеличить количество мясных, молочных и кисломолочных продуктов, а также овощей, фруктов и соков. Сегодня об этом просят все 69 муниципалитетов региона, так как установленные цены 2019 года уже не актуальны. Мы все живем в реальном мире, мы прекрасно понимаем, что произошло с 2019 года. Да, я имею в виду с точки зрения инфляции. Да. Инфляция ощутимо подъела эти деньги, и надо быть честными, наверное, перед самим собой. Что будет во втором полугодии с учетом роста цен, особенно за последний месяц, мы не знаем. Пока в Министерстве образования не спешат говорить о новых расценках, даже о максимальной стоимости. Есть предложения, есть расчеты по каждому муниципалитету, но без конкретики. Тема действительно деликатная, и сегодня обозначение цифр, которые еще не утверждены, вызовет социальное напряжение еще большее, чем оно есть. Говорить о новых расценках можно будет спустя месяц, когда утрясут все процедуры согласования. Если все же плата за детский сад увеличится, то есть уверенность, что хотя бы у кого-то в это непростое время будет сбалансированное питание. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. 2 километра настоящих испытаний для автомобилей. Огромные ямы и глубокие лужи ждут водителей по дороге в направлении Новоалтайского микрорайона Вележановка. Страдают бамперы, вода заливается в двигатель, но это еще полбеды, говорят жители. Скорая и пожарные автомобили на вызовы приезжают позже срока. Кто отвечает за дорогу и когда ее планируют ремонтировать, расскажем далее. Не
Нет, это не дорога после бомбежки. Это обычное состояние двухкилометрового участка до микрорайона Вележановка. Жители о печальном состоянии дороги говорят уже несколько лет. Когда здесь закрыли школу, детям пришлось ездить за знаниями в город. Из-за такой дороги частенько опаздывают на занятия. По той же причине к пациентам не вовремя приезжают врачи. Да и пожарные на вызов не всегда успевают. Первая проблема – вот эта гора. Грязь, ливневки нет, вода стоит, в итоге не проехать. Дальше лужи такие же большие, машины встают. Поэтому вот какая-то такая ситуация, если касаемо дорог. И Вележановка не может ни выехать, ни уехать. Альтернативный объезд есть, правда, через Белоярск. Но и это не выход из ситуации. Через Белоярск дополнительных, ну, это 20-25 минут, если с утра на пораньше. На автобусе до больницы 40 минут. На автобусе ехать. До больницы 40 минут. Ты встаешь в 6, выезжаешь на автобусе в 6.36, если тебе надо обрануло, в 8.30 ты будешь. Это в лучшем случае. Местные, конечно, пытались действовать, обращались в администрацию Новоалтайска и в РЖД, ведь дорога идет параллельно дорожным путям и ранее принадлежала железнодорожникам. Но, как сообщили нам представители РЖД, в 2019 году они передали право владения этим участком дороги городскому округу Новоалтайска. Безусловно, все вопросы части ремонта данной дороги необходимо перенаправлять в администрацию Новоалтайска. Более того, данную проблему мы уже как бы также с администрацией обсуждали. Ответ был такой, что пока этот вопрос рассматривается и будет в ближайшее время рассматриваться, принимать какое-то решение. С этим вопросом к главе Новоалтайска обратилась и наша съемочная группа. Владимир Бодунов, правда, не на камеру, пояснил, что в курсе проблемы. По его словам, чтобы засыпать ямы и покрыть дорогу щебнем, необходимо подождать, пока высохнут лужи и земля станет сухой. Следующий этап – укладка асфальта. Но будет ли это сделано, точного ответа нам не дали, как и не пояснили, есть ли финансовые источники на проведение работ. Жителям слабо верится, что это произойдет в ближайшее время, ведь их просьбы не слышат годами. Ну а мы продолжим следить за развитием ситуации. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Домашние питомцы тоже стали жертвами европейских санкций. По словам барнаульских ветеринаров, уже сейчас наблюдается дефицит импортных препаратов, в частности для наркоза. Отечественные же аналоги не всегда находятся. Какой выход из ситуации видят сами врачи, узнавала Анара Шагирова. Обезболивающая Франция, Италия, Нидерланды. То есть все Европа. Запасы импортных лекарств есть, но вскоре и они могут закончиться, рассказывает ветеринар Юлия Бурнашева. Благо, в начале марта руководство клиники успело закупиться препаратами из-за рубежа. Сегодня же на базах их практически нет. Врачи винят во всем европейские санкции. Большая проблема возникла, в частности, со средствами для наркоза. Осталось 20-25 флаконов, и если их дальше не будет, ну, будут проблемы с оперативным вмешательством животным. И как будете оперировать? Никак не будем оперировать, мы же не можем наживую. К сожалению, даже российского наркоза ветеринарного, то, чем мы имеем право пользоваться, на самом деле не так много. И далеко не каждому препарату можно найти отечественный аналог. К примеру, самые простые противоаллергические таблетки для животных пришлось заменить российскими. Правда, теми, что предназначены для людей. Что уж говорить про анестезию. Это наркоз, препарат залетел. Сейчас это вот, так скажем, тот препарат, которым мы работаем вообще абсолютно для всех животных. Как для домашних, так и для диких экзотических животных. Именно инъекционный наркоз. Один из самых таких хороших. Но есть другие препараты, те, которыми мы пользуемся, но действие немножечко не то. Его у вас хватит на сколько? Его у нас хватит, ну, до конца лета. Отечественные аналоги для начала нужно опробировать, говорят ветеринары, вывести дозы для каждого животного, а потом протестировать. В случае, если операция понадобится экстренно, а подходящего наркоза не окажется, делится Артем, резать, что называется, на живую, слишком рискованно. На худой конец, если вообще не будет, но есть, существуют блокады, те, которые будем применять, блокировать нервы, обезболить, потому что работа врача, точнее хирурга ветеринарного, она непосредственно должна быть максимально правильной, максимально удобной не только для пациента в качестве обезболивающего, да, но и еще и для работы хирурга.
Нехватка препаратов уже сказалась на кошельках владельцев домашних животных. Импортные лекарства пока не еще есть, ведь в клиниках резко подорожали. Но даже это не останавливает хозяев, ведь каждый хочет видеть своего питомца здоровым. Анара Шагирова, Александр Энтропов. День с толком. Прямые рейсы в Турцию из Сибири станут возможны с середины мая. Такой прогноз делают алтайские туроператоры. Представитель региональной ассоциации туризма рассказала нам также о том, где можно отдохнуть на майские праздники, на какие туры действует кэшбэк, кому положена субсидия на авиаперелеты, а главное, сколько стоит сегодня отдых. Ответы на эти вопросы далее. Европа закрыта, но зато готова нас принимать Юго-Восточная Азия. Но у нас есть одна проблема, что сейчас не хватает самолетов тех, кому можно летать за рубеж. Поэтому на сегодняшний день за границу можно улететь пока только в Турцию с вылетом из Москвы, из Казани, из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, а также из Сочи, Египет и Турция. Турция объявила о том, что они будут создавать специально для русских авиакомпанию, которая будет привозить русских туристов на курорты Даламан, Анталия и Бодрум. Поэтому мы надеемся, что в середине апреля будет уже ясно, какая авиакомпания полетит с вылетом из Новосибирска. Поэтому самое топовое направление Турция, которое любят алтайские туристы, в этом году состоится. Я думаю, вылеты будут где-то примерно с конца мая. А уже осенью, так как Юго-Восточная Азия открыта, открыт Таиланд, открыт Вьетнам, мы надеемся, что эти направления тоже будут открыты. У нас есть прямой вылет на Сочи, прямой вылет на Санкт-Петербург. Причем это не просто регулярные рейсы, а на этих рейсах формируются туристические пакеты, в которые входит сразу и перелет, и проживание, и трансфер. Причем это достаточно выгодные туристические пакеты. Если откроют аэропорты юга, то у нас будет из Барнаула и прямой вылет в Крым. Поэтому на майские праздники наши клиенты смогут полететь и в Санкт-Петербург, и в Сочи. Плюс мы очень удобно расположены. У нас рядом Алтай, где огромные экскурсионные возможности для отдыха. И у нас еще на Алтае есть свои соленые озера, где тоже можно отдохнуть. На сегодняшний день на майские праздники востребован Горный Алтай, потому что туда можно поехать по программе кэшбэк. Востребован Санкт-Петербург, все экскурсионные программы. И востребован Сочи. Тем более на Красной Поляне пока еще есть снег и частично даже можно покататься на лыжах. До 15 апреля еще можно воспользоваться программой кэшбэк. Программа по субсидированию пока еще в работе, но я думаю, что будут субсидироваться только те регионы, где еще не развит массовый туризм для того, чтобы их поддержать. И, как всегда, отдых на море субсидировать будут билеты для пенсионеров и для молодежи и студентов до 23 лет. Что касается цен на наше Черное море, так как у нас есть прямой рейс в Сочи из Барнаула, поэтому сейчас есть выгодные турпакеты, но бронировать отпуск и задумываться о том, куда вы полетите, нужно прямо сейчас, пока есть хорошие тарифы. То, что касается Турции, на сегодняшний день с вылетом из Москвы, цены, в принципе, на многие отели остались на прежнем уровне. Только немного подорожал авиаперелет, так как летает турецкие авиалинии. Это очень хорошая турецкая авиакомпания, поэтому билет у нее стоит немного дороже, чем на чартере. Если, допустим, два взрослых и один ребенок, вылет 9 мая на 2 недели с вылетом из Москвы, пятизвездная гостиница со своим пляжем по системе, все включено в регионе, где тепло, где-то примерно 160 тысяч на семью. Несмотря на все санкции, лето и отпуск все равно наступит. И я думаю, что для алтайских туристов он будет достаточно удачен. Активисты Барнаульского отделения партии «Единая Россия» провели социальную акцию «Добрый сад». Мероприятие прошло в рамках проекта «Забота о старшем поколении». Проекту 5 лет, все это время партийцы стараются помочь пожилым людям и обеспечить им достойное качество жизни. К примеру, в субботу на площадках социальных ярмарок волонтеры раздавали пенсионерам комплекты семян – морковь, кабачок, горох, кукурузу, тыкву, редис, лук и зелень.
Любая забота начинается с малого. И я думаю, что наши взрослые поколения будут очень рады. И эту акцию можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, даже можно взять и экономическую. Сегодня семена не столь мало стоят. И если собирать полностью набор, то это, конечно, идет определенная сумма. А с другой стороны, жители начинают чувствовать, что партия заботится. Всего волонтеры вручили больше 1000 комплектов, продолжат акцию в следующую субботу. Сегодня день космонавтики. 61 год назад с космодрома Байконур Юрий Гагарин впервые отправился в космос. Мы решили узнать у жителей Барнаула, насколько хорошо они знакомы с историей отечественного освоения внеземного пространства. Кто является второй женщиной в космосе? Вы записываете? Ну, кто Валентина, кто она? Вы меня застали врасплох. На каком корабле Гагарин летал в космос, может быть, помните? «Восток-1». Какое отчество было у самого первого космонавта? Вторая женщина-космонавт в космосе, помните? Только первую. А кто первая? Валентина Терешкова. Кто самый известный космонавт из Алтайского края? Титов. Как зовут первого человека, который вышел в открытый космос? Следующий вопрос. На каком корабле летал Гагарин? Следующий вопрос. Какое у него было отчество? Юрий Алексеевич. Был первым человеком, который вышел в открытый космос? В открытый? Ну, у нас Леонов. В апреле отмечается День российской анимации. Дети очень любят мультфильмы, но все чаще в прокатах кинотеатров мы видели зарубежные диснеевские истории. В условиях санкций многие заговорили о том, что пора обратить внимание на наших авторов. Кто создает мультфильмы на Алтае и есть ли перспективы у этого направления, смотрите далее. Погода была ужасная, принцесса была прекрасная. А может быть, все было наоборот. Принцессу и людоеда, а также очаровательного паровозика из Ромашково придумал Генрих Сабгир, автор из Бийска. Алтайская земля богата художниками и писателями. И пусть у нас нет крупных киностудий, но таланты пробиваются и без них. Художница Евгения Октябрь, к примеру, взяла приз на международном фестивале анимации «Киноклик» из рук оскароносного мультипликатора Андрея Петрова. Работа получила высокое признание в технике «Ожившая живопись», когда мультфильм рисуется масляными красками по стеклу. Я никогда не делала мультфильмы, я никогда этому не училась, и умею только писать масляными красками масляные картины, да, обычные картины. Все было впервые для меня. И было в такой немножко пластилиновой манере, импрессионистической пластилиновой, мазками. То есть потом я уже поняла в конце вообще, как надо было бы сделать, но даже этот результат он принес, как известно, уже плоды. Плоды мультфильмов – это не только международные награды, но и радость, которую приносят мультики создателям и зрителям. Упор на эту творческую, раскрывающую личность составляющую сделали мультипликаторы из Барнаула – Антон Афанасьев и Олеся Андреевская. За время существования студии они работали с воспитанниками детских домов и ребятишками из онкоотделения. А переехав в Санкт-Петербург, продолжили работу с трудными подростками и заключенными исправительных колоний. Авторы придумывают добрые истории и даже записывают музыку. Современные технологии позволяют создать мультфильм даже дома. Нарисовать, смонтировать, добавить озвучку. Современным школьникам очень интересно это направление. Так, в студию мультипликации «Карандаши» на экскурсию и мастер-классы приходят по 300 детей за неделю каникул. В формате мастер-классов где-то около часа можно снять полноценный мультфильм. Если история очень длинная, сценарий очень длинный, придуманный детьми, то, конечно, гораздо больше времени. Родители школьников рассказывают, что после такого знакомства с анимацией дети создают дома свои истории с помощью игрушек, пластилина, рисованных персонажей. Некоторые придумывают целые сериалы. Так что интерес к мультипликации растет, как и поколение художников-аниматоров. Юлия Гадарова, Вадим Быстревский, «День с толком». И еще помашите. В драмтеатре премьера, правда, состоялась она век назад.
Пьеса «Трильби» стала первым спектаклем театра в 1921 году. Сегодня к его столетнему юбилею в рамках лаборатории «Просторы истории» спектакль «Трильби» вновь разыграли на сцене. Режиссером выступила Галина Зальцман, столичный молодой постановщик, обладатель «Золотой маски». На репетиции спектакля побывала и наша съемочная группа. Я не знаю ни одной ноты, господа. Разве вы не видите, она помешана? 19 век. Жизнь французской богемы. В драматическом театре премьера пьесы «Трильби». Так зовут певицу, главную героиню. Одноименный роман, по мотивам которого разыграли постановку, был написан 1,5 столетия назад. Но сегодня на сцене его мотивы актуальны вновь. Любовь – это единственное, что есть на этом белом свете, ради чего вообще стоит жить. Вот. И мне кажется, очень важно понимать это, что насилие, оно только убивает, оно только калечит, и больше ничего, из него ничего не прорастет. С такой мысли и начал в свое время жить Алтайский театр. В 1921-м именно эта драма открыла первый сезон. Афиша – единственное, что удалось сохранить. Каким был сам спектакль, неясно. Правда, конфликт совсем не в этом. 5 франков в час для всего. Будем друзья? Вот как ее там повернули, так она и стоит. Можно потрогать там, можно потрогать тут. В жизни я не такая. И из-за этого вот все мое нутро, да боже мой, ну как же она может так реагировать на все это? Почему она такая мягкотелая? Я Билли. А я Трильби Офера. До того, как стать певицей, Трильби была натурщицей. Девушка позировала художником, нагая ради денег, поэтому считала себя опозоренной. В прошлом веке девушка не нашла выхода и отвергла любимого. Но есть ли шанс у Трильби сегодня? Ответ на этот вопрос зрители узнают уже в эту пятницу. Знаковая премьера на сцене драмтеатра состоится 15 апреля. Анастасия Наборщикова, Александр Андропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде, спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи!